доставка была в виде моих туфлей. 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 Ну давай же, жми сисек. Всем. Всем привет. Ого, скорость присоединения. Привет. Привет. Вот мы и съездили в Таллин. Нам тут очень понравилось, что было хорошего. Встретились вчера с ребятами, с подписчиками, много увидели разных ребят в городе. Старый город был шикарный, и Таллин встретил нас вчера очень классно. Он встретил нас солнышком, было холодно, но очень красиво. Да, и мы вас тоже всех уважаем. Привет Одессе, Твери, Барнаулу, Москве, всем. Не знаю, я всегда относился негативно к Европе, мне казалось, что здесь неинтересно. Что здесь будет скучно, здесь неинтересно, не очень люблю ходить. Оказалось, все это классно. Финляндия, Эстония. Главное, с кем? Главное, с моим мусичком, да. С любимым человеком везде хорошо. На самом деле, старый город оказался очень красивый, самобытный, и мы абсолютно не уставали ходить в маленькие узкие улочки, здания, магазинчики. Интересный эстонский язык, чем-то похожий на финский, но такой более смешной. Не знаю, все очень было прикольно. Привет Гамбургу. Польшу, ну, сейчас Саша сделаем. Брянск, Польша. Откуда пузо? Как откуда? Мало тренируюсь, много кушаю. Привет, очень ждем в Риге. Ждем в Риге. В Ригу собираемся на майские праздники. Ну, либо после майских праздников. Ну, да. Посмотрим. Насколько Кокляев поспособствовал нашей популяризации? Не знаю, Миша снял со мной качалку. Это привело к первым таким определенным моментам, что... Все, кто знает меня лично, знают, какой я человек. А Миша сделал так, что меня оставило знать интернет-пространство. Поэтому популяризацию, наверное, он привел большую. Мое горлышко плачу еще, болит. Уже лучше. Но я вон разговариваю уже нормально. Да. В Латвии самые жесткие качалки. Надо посмотреть. А какой сейчас вес у меня? 124, наверное. Накушал. Да. У нас будет ребенок. Вот. А рост? А рост 182. Глинтвейн не помог вылечить горло? Ой, глинтвейн, кстати, здесь классный. Не очень такой, как у нас в Санкт-Петербурге. Но... Очень нежный, больно. Очень спокойный. Потому что почему-то в России глинтвейн – это сплошное бухло. А здесь очень-очень вкусно. Красно. Да. Пирожки и конфеты? Да нет, просто хорошая еда, а тренировок стало на порядок меньше, чем раньше. То есть, раньше впахивал по полной программе, то сейчас после операции восстановление идет медленно. Я думаю, что еще месяцок я буду так вяленько тренироваться. Так вот, что о Таллине. Все, кто в Таллине не был, очень рекомендую поехать в Таллин. Ничего не бояться. Город тихий, очень спокойный, все было настолько интересно и необычно здесь, что, не знаю... Мне очень понравилось. Старина, старые вот эти башни интересные, вот эти мостовые улочки. Мы поднялись на смотровую площадку, где все видно. Мы были в католическом храме, христианский собор был закрыт. Мы туда не попали. Орган слушали. Орган слушали, было очень интересно. И на самом деле мы сняли небольшой репортаж о Таллине, он уже на лайв-канале, так что смотрите. Там есть маленькие зарисовочки о том, что у нас приходило. Что у меня с лицом? Когда новые татухи? Скоро буду переделать перманент. Сейчас надо будет подвыжигать старый перманент частично, потом переделать. Спорпит я не принимаю, только буца. На буца это тебе что? Да, ну никакой. Много ли потратили бобов, то ли не вообще почти ничего не потратили, 150 евро потратили. Татуировщик перманентщица у нас будет. У меня такие же после вагонов с углем. Зачем я себя изуродовал? Ну, видимо, у вас другой вкус. Да? Почему изуродовал? Очень красивый. Самый-самый лучший. Да. Вот так вот. Да. Где жили? Сколько стоит гостиница? Жили в Hotel Palace. Гостиница нам обошлась 216 евро. Приехали мы в пятницу сюда в 3 часа дня. То есть мы прожили до субботы и до воскресенья. Сегодня у нас чекаут. То есть двое суток вполне адекватно. Здесь рядышком так хорошо. Старый город вообще рядом, то есть буквально в 300-500 метрах отсюда. И все. А весь старый город мы прошли очень по нескольким направлениям. Еда. Это ушло 2 часа. Расскажи про да, еду. Да, еда здесь шикарная. Мы здесь нашли очень интересное, недорогое место. Я не помню, как оно называется. Солярис, по-моему, как-то так, торговый центр на втором этаже сразу. Да, у нас вся еда выходила от 13 до 17 евро на двоих. При этом мы ели, но так, что вообще ели обратно ползали. Очень вкусненько. Все вкусно, все прикольно. И очень вкусный йогурт. Машины есть где кинуть? Да, есть парковки, даже, по-моему, есть только бесплатные парковки. Вот, при этом. Деле, при отеле, да, при отеле есть парковка. Какую еще страну хотите посетить, увидеть? Не знаю. Но вот мы запланировали пока Ригу. Мы, наверное, поедем в Анапу. Это где? Кипр. Кипр, да. Да.
Вот. Зачем глаза красишь? Ответ. А если не крашу? Какой у вас следующий будет вопрос? Привет, Самара. Так. Самаре, привет, да. Очень нравится смотреть трансляции. Да. С трансляциями все интересно. Всегда интересно показывать их из интересных мест. На самом деле, мы, конечно, ждем Карибы, но на Карибы нам не потянуть, потому что путешествие на Карибы заканчивается, как правило... Да, вокзал рядом. Очень дорого заканчивается. А здесь вообще, на самом деле, мы пошли пешком, мы не брали никакое такси. Мы вообще, да. За 20 минут, при том, что еще кое-где заблудились, дошли до отеля. И все. От отеля мы здесь вышли пешком, то есть 5 минут до старого города. А в старом городе есть что гулять, куда смотреть. Вот. С кем из подписчиков встретились, не знаю. Вчера было у нас 6 местных ребят, они русские, эстонцы, латвийцы, девушки были в городе в старом, с нами тоже много ребят встречалось, и не знаю, все было миленько. Смотрите, есть в Инстаграме разные фотографии у них. А когда в Таганрог, не знаю, но я думаю, что такое будет. А когда продолжение с Катей, все, оно снято, и мы должны были выкладывать его еще вчера, но не выложили по причине того, что сняли Таллин. Поэтому с Катюшкой будет сегодня у нас заключительная серия о том, чего она добилась, что изменилось за те 5,5 месяцев, что она тренируется. То есть с того, как она начала спортивный путь, и до момента сегодня. Удобно с такими зубами? Да, очень. Очень. Вот. Так что вот, все, мы будем потихонечку собираться. Возвращаться в Россию, к работе. Завтра рано, уже 8 утра. Фотка в Инстаграме с айфоном, вообще огонь. Да, потроллить мы людьми, мы точно знали, как это будет. Это будет шикарно. Мы даже предполагали, видно, что... Видно, не все догадались, что письку можно спрятать между ног. Так все думают, что и нет. Ну, так ведь хорошо, правильно? Теперь смотрите, все группы растащили эти фотографии, и нам делают шикарную бесплатную рекламу. О, бога, ну, зависть у вас говорит. Сколько мне лет? 18. 18. А мне 16. А ей 16. Как-то так. Быдло часто пишет по этому поводу, а нет, никто не подходит, потому что человек сильный, который реально может что-то делать, он просто не считает делать это нужным, я ему могу не нравиться, но я очень спокойный, то есть я никого не задеваю, никому не представляю, потом проблем никаких нету. А все вот это чахлое быдло, оно, как правило, а куда ему где подходить? Оно нигде не подходит, привет из Калининграда. Что же вы все так про деньги-то спрашиваете? Достаточно иметь хороших друзей. У меня свой друг-стоматолог со своей клиникой, у меня своя пластическая хирургия. Так что, в общем, абсолютно все свое. Вот. Вы муж и жена? Да. Да, муж? Да, жена. Все, ребята, спасибо. Давайте. До следующих встреч, до следующих выпусков. Всех были рады видеть. Спасибо за все добрые пожелания, за все не особо добрые, на самом деле, тоже спасибо. Все равно вы смотрите нас. Так что вот, все, пока. До новых встреч.